хочу вам показать интересный выброс. Смотрите, здесь у нас коробка от клавиатуры. Посмотрите, какое название. Это вам не пиндосский Defender. Это вам русский гарнизон за 150 рублей. И вот такой вот Defender без провода. Это первое. Здесь есть коробочки от новых картриджей HP. Смотрим дальше. Тупо приколы. Сборник законов Российской Федерации. 2000 год издания. Руководство для следователей. Так, смотрим дальше. Ну, без комментариев, просто вам буду показывать. Я не знаю, что с этим делать. Брать, не брать. Наверное, не хочу, не буду, как говорится. Так, какая-то дичь. О, уголовный кодекс, нахуй. Прям бери и читай. Еще кодекс. Прям неплохой такой выброс. Кто-нибудь, может быть, и взял. Гражданское право. Ну-ка, какой у нас тут годик? 2002. Сейчас у нас чекисты. Вон, что-то там какие-то поправки хотят носить. Вот это уже, походу, будет не актуально. Все у нас хуй клали на это все, блядь. Наши любимые России. Зато клавиатура гарнизон, да? Вот такая вот дичь. И здесь получается вот этого вот всего. Мне вот больше интересно, тут хоть какая-нибудь электроника, блядь, будет или нет? Или только вот эта вот макулатура вся? Такое. Так. Там. Ну-ка, давайте посмотрим. Ух, сложно кеп. Причем здесь, знаете, много всего. Может, кто-нибудь бы это и забрал, чисто посчитать. Но мне как-то насрать, скажем так, на все это. У нас бабушки и не только любят книжки смотреть, забирать. Вот, может, кому-то что-то пригодится. А то у нас своих прав не знают, блядь. Права отстаивать не умеют, может, вот кто возьмет. Там тоже книги, книги, книги. Вот это вот все. Давайте я оставлю на видном месте. О, вот так вот. А я возьму только клавиатурку. Смотрите, она под Windows 8 даже. То есть она современная, но вот уже подвытертая. Рано или поздно клавиатура пригодится. Ну, потому что клавы иногда спрашивают. Мне просто USB провод присрать, и все, готово. А я иду дальше. Следующая точка. Вот эта вот рама стоит уже тут несколько дней. Пластиковая. Я вот... Смотрите, какая она старая. Какая тут еще резиночка. Белая. И вообще такое чувство, что ее красили зачем-то. Она какая-то фактурная. И вот ручечка, которую почему-то никто до сих пор не снял. Хотя нередко они ломаются. А покупать впадлу, как я вот одной бабке поставил, она мне 200 дала за эту установку. Так вот здесь то же самое. Это уже стоит несколько дней. Смотрите, у меня вот вопрос. Как можно доводить вот до такого состояния мебели у себя дома? Не в гараже, не где-то, не знаю, на террасе, а в квартире. Вот эта вот кухонная часть, это из квартиры. Вот как? Объясните. Идем дальше. Вот такой вот стол стоит. Уже третий день. Вроде самодельный, вроде нет. И, сука, не на чем в гараж его утащить. Потому что в гараже ему самое место. Он, блядь, тяжелый. Смотрите, разносортный. Там коричневый, тут белый, тут рыжий. Сто пудов самодельный. Так. Да, самодельный, потому что разметки есть даже. И вкручено на саморезы. Не на вот эти вот шестигранники, а на саморезы. Сто пудов самоделка. Но, кстати, хорошая. Большая такая. Идем дальше. Вот очередной выброс.
Это у нас разбомбленные колонки от Музцентра LG. Давайте модельку даже акустики посмотрим. Так. Сейчас. Вот такая вот моделечка. Модельки довольно... колонки довольно-таки сраненькие. Толщина корпуса еще нормальная. Ну, объем относительно тоже нормальный, но... Это те самые колонки, в которых используется только широкополосный 13-й динамик и пьезоизлучатель в качестве высокочастотника. Хотя, смотрите, посадочное место под нормальную пищалку есть. То есть в моем LG, который у меня черный, FFH 2000, в родных колонках стоит вот здесь вот высокочастотник, вот здесь вот вообще ничего нету, здесь вот ничего нету, а вот тут фазоинвертор. Вот он прям вот. Ну и корпус сам он вот такой вот из себя. Что-то кусочка даже не хватает, блин. Это, кстати, плохо. Один гриль есть, второго гриля нету, второй корпус целый. Этот корпус вот с таким вот изъяном. Нету кусочка. И я его тут что-то не вижу. Но учитывая то обстоятельство, в каком состоянии у меня есть колонки от Sony. Кстати, тут пезик снят. Учитывая то, в каком состоянии колонки от центра Sony, я эти корпуса возьму и примерю туда соневские динамики. А хули нет-то? Попробуем. Провода на месте. Что у той, что у той. Сейчас поищу вот этот кусочек и забираем. Бля, вот дают. Во-первых, смотрите, телевизор Эленберг. Нашел его я, принес его сюда я. Он стоял целый. Как бы, вот смотрите, нету разъемов. Вот тут вот все было целое. Боковой AV, кнопки там сзади, динамики все есть. И был сетевой провод целый. Ну, то есть, ловушку такую для меня, типа, возьму, не возьму. А внутри он... Подождите. А, петли нету. Это вот сетевой. Кстати, надо его оторвать. Он мне еще пригодится. Что-то я забыл про него совсем. То есть, когда я обнаружил, что он пустой, я его здесь вот постучал, провод вытащил. Он тут вот третий день лежит. Сегодня прибавилось вот это вот. Блять. Кто? Дэу. Блин, Дэу старый, слушайте. Весьма старый. Смотрите, кинескоп целый, плата стоит. Смотрите, тут... Замануха еще лучше. Плата есть. Разъем тюнера оторван. Вот модель. Кинескоп внутри целый, но отклоняющей системы тоже нету. Блять, да вы заебали, хорош троллировать. Типа уже два телека тут таких пустых, с целыми кинескопами, но пустых стоит. Прикол. Только в этом еще, может, петля осталась. Может, не осталось, не знаю. Короче, кому нужны кинескопы 21-е, выпуклые, с прямыми углами. Вот 48-я школа, вот напротив нее дом, вот помойка. Вот, приходите, забирайте целые кинескопы, не разбитые. В Эленберге точно не посаженный. Део под вопросом, Део старый, очень. Такие веселые дела, в общем.